Я разобрал двигатель вверх ногами. Ничего, в общем-то, с ней не случится. У меня ёбнуло масло и срало по ксиповым. В жизни этой машины. Чучело! Все не понимают, какая, где, чего. Он работает плохо. Пока непонятно. Как обычно бывает, блин, повалил, значит, пора останавливаться. По-прежнему полное говно. Что-то тут надо кардинально переделать. Ребят, вот сижу и думаю. Такое ощущение, что просто тупо закидывает. Вся езда по нашей трассе превращается в дохлая программа. Перегревается где-то 700 с чем-то градусов. Она не дает ему выкручиваться. Никаких настроек я ничего не делал. Сраный сапун. Какие-то там небольшие сопли. Они даже не достойны того, чтобы их снимать. Катастрофической потери и тящего момента. Я понимал, что все равно из этого ничего не выйдет. Самая главная проблема сегодня провал и фейл.